Мне просто слезы начинаются, когда я что-нибудь такое вижу. Так ты, получается, плачешь от того, что я играю? Или от моего пресса? Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре 22 года. Перед просмотром не забудь поддержать меня лайком и подпиской на канал, если ты еще не подписан. Я очень хочу скорее набрать 50 тысяч подписчиков, поэтому подпишись и порадуй меня. Друзья, также наконец-то я создал свой второй лайв-канал. На нем будут стримы, возможно, даже каждый день. Кроме стримов, будут невошедшие реакции из роликов, возможно, даже будут кавера, разборы и что-то из жизни того, чего не будет на основном канале. Поэтому обязательно подписываемся и нажимаем колокольчик, особенно те, кто постоянно смотрит мои стримы. Я там уже выложил один ролик, а также завтра будет стрим. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Еще хочу сказать о том, что из-за отключенной монетизации в России ролики на YouTube практически не приносят доход. А на съемку и монтаж одного ролика я трачу по несколько часов в день, каждый день. И чтобы это как-то окупалось, я сейчас ищу менеджера по рекламе на моем канале. Так что если хочешь поработать со мной, то пиши мне в любую соцсеть, либо на почту. Ссылки в описании. Также кто хочет, может заказать у меня видео поздравления, либо выступления. Ну и записывайтесь ко мне на уроки по гитаре онлайн. А если вдруг кто-то хочет меня просто так поддержать, то ссылки на донат я оставлю в описании. Прорекламировал все, что мог, теперь смотрим ролик. Привет, давайте вам на гитаре сыграю. Давай. Так. Как вам? Классно. Я еще в спортзал, кстати, хожу. Хотите, покажу, как я накачался? Давай. Так, сейчас. Так. Вот, смотрите. Как вам? Это очень похоже на вот эту вот искусственную. Почему? Я не знаю. Где искусственная? Что вы имеете в виду? Не искусственно. Не, ну круто, круто. Сыграть еще что-нибудь? Сыграй. Сейчас надо заново надеться. Привет. Привет. На гитаре сыграть? Давай. Да, сейчас немножко надо застегнуться. Вот. Как вам, понравилось? Да. Чел. Сиськи накачал? Да. Респект. Качаешь? Да. А это все естественно или протеин? Ну, немножко протеина добавлял, а так в основном естественно. Долго качался? Ну, где-то лет 15, наверное. Да? Да. Уважуха, братан. Респект, удачи. Так, привет. Так, ну. Давай, да, сейчас тебе буду играть River Flows in You. Фара, срочно, секундочку. River Flows in You сейчас буду тебе играть. River Flows in You, специально тебе. Вы знаете эту песню River Flows in You? Нет. Слушаем. Хотя нет, я вам, наверное, не River Flows in You сыграю, я вам сыграю, наверное, другую сейчас песню. Как же ненавязчиво, брат, это просто... Я вам сейчас сыграю другую песню, послушаем. Ненавязчиво это было, ну давай сыграй. Давайте я на гитаре сыграю. Точно на ней? Да, а что? Ну, не знаю, такой красавчик полуголый, знаешь, мало ли ты сейчас ее уберешь и испугаешь меня. А чем я тебя испугаю? Наготой. Давай, какую тебе песню сыграть? Фингерстайлом играешь?
Конечно, да. Какую тебе песню? Так, давай что-нибудь поинтереснее. Латину какую-нибудь, босанову. Латину, 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 латину. У меня надо гитару поменять. Я на классической играю. Давай, меняй. Давай, сейчас на классической сыграю. Блин, какой ты красавчик. Так, сейчас я на классической сыграю. Латина, латина, латина. Да. А ты что, гитаристка, что ли? Ты так прям понимаешь все. Я музыкант. А на чем ты играешь? Флейта. Исполнитель кажется классным, когда он вдыхает, вот когда есть дыхание в этом во всем. А ты вот немножко как будто торопишься чуть-чуть. Хотя вот кайфа нет в этом. Ну, может быть. Я бывает тороплюсь, а бывает не. Давайте я на другой сыграю в гитаре. Давай. Так, сейчас что-нибудь фингерстайл. Не знаю. Так. Красивая очень гармония. Так, это как тебе лучше было? Или тоже что-то не то? Ну, чувствуется, что ты ее с дыханием, с любовью поешь, да, о, играешь. Есть музыка, которую ты прожил, а есть музыка, которую ты не прожил. Ты любишь танцевать? Не люблю. Вот. Есть такое ощущение, что ты не прочувствовал ритм телом. Когда ты ритм телом прочувствуешь, когда ты даешь себе вот эту вот волю почувствовать. Это как надо? Вот так вот, типа? Да, лучше без гитары, да. Вот так, да? Вот. Так, стоп, воу-воу. Вот так вот, да, надо тело чувствовать, или как? Как ты этого добился, господи, это, наверное, такой труд каждодневный, просто... Ну, как на гитаре, примерно, как на гитаре. Привет. Будет стриптиз, да? Да нет, я на гитаре играю, стриптиза не будет особо. Вот, давай. Чего себе накачал-то? Чё, мне нравится, что ли? Ужасно, фу. Давайте на гитаре вам сыграю. Давай. Молодец! Классная песня. Нормально, играешь, да? Хорошо. Я, кстати, преподаю гитару и фитнес-тренер. Я фитнес-тренер и гитарист. Вот, у меня как... Ты мне нужен. А вы откуда будете? Я из Москвы. А вы откуда?
Откуда-откуда? Из Москвы. А вы откуда? Из Москвы? Да. Сочувствую. Я с Украины. А почему сочувствуете? Москва – это ужасный город. А вы там были? К счастью, нет. Давай Цоя. Цоя? И... Да это похуй, это может не размахиваться, никому не интересно. Hello, привет. Нихуя себе прессачок. На гитарке тебе сыграть? Я буду только за. Давай. Какую тебе песню сыграть? Я даже не знаю. На твой выбор. За песню угадали? Угадала? Мне просто слезы начинаются, когда я что-нибудь такое вижу. Какое такое? Слышу. А-а-а. Ну, мне нравится творчество людей, поэтому до слез иногда доводит. А, вот так даже. Токийский гуль. Да, сейчас еще доиграю его. А вот это незнакомо? Грех не знать. Знаю, но не помню название, но я ее знаю. Так ты, получается, плачешь от того, что я играю, или от моего пресса? Два в одном. Если забыли подписаться на мой лайв-канал, то переходим по ссылкам в описании и подписываемся. Это касается особенно тех, кто постоянно смотрит мои стримы.